Всем здорово. Давайте наконец-таки уже встретим пришельцев. До прибытия осталось буквально 5,5 часов. За это время нужно... У меня, по-моему, еще готовился тяжелый костюм. 4 часа. Идеально. У меня будет 2 тяжелых броника. И быстренько загоняем сюда. Тут просят о помощи. Агрессивное ретикуляне. Короче, думаю, я их разделаю на изи. Вообще, без проблем. Прощай. Надеюсь, он не в своего же пришельца сейчас будет стрелять. О, нравится, кто-то попал. Да в целом нет. Все, кайф, всех развалили. Сейчас я не буду ставить никаких точек. Например, я сюда бы мог пойти. Еще что-то. Ну-ка, он. Они все целые, это хорошо. Десантник воля. Хорошо. Ну все. Мне сейчас, короче, надо будет отбиться от пришельцев. Так, а что штурмовику вообще лучше брать? У него много жизней. Я бы десантника взял. Потому что винтовки по факту лучше. Ну, тупо по факту они лучше. Лучше, наверное, лидера. Потому что интеллект, он повышает урон, как ни странно, влияет на степень урона, который может наносить солдат. Например, вот у него пушка дамажит плюс 146, а у него плюс 0. Тупо потому, что у него среднее, а у этого прекрасно. И все. Это вообще лол. Реально, я... Был очень удивлен, когда узнал это. Ну что, ждем пришельцев, что сказать. Блин, а когда тихо разговариваю, у меня голос садится, начинает быстро очень. Космический корабль, который мы заметили в Солнечной системе 2 недели назад, прибыл на орбиту Земли. Угу. Все попытки связаться с ним окончились неудачей. Начинаю прямую трансляцию. Черт, почти ничего не видно. Темнота беспросветная. Погодите, я вижу его. Сканирование. Размер 5055 метров. Удаление от земной поверхности 150 146 километров. Они заметили нас. Они приближаются. Не отвечают на наши сигналы. Mm-hmm. Боевая тревога. Система обороны к бою. Инопланетный корабль в 30 секундах полета. Он приближается. 25. Система обороны действует. Безрезультатно. Наше оружие даже их обшивку не поцарапало. Меньше 15 секунд. 10. 9. 8. А, они тупо... Инопланетный корабль прорвал наши системы обороны. Они тупо к нам прилетели. Они тупо... То есть вот этот корабль, на котором, типа, мы тут все находимся, вся наша группа и так далее, он вот... А, ну, по сути, вот он. Вот эта вот штучка, которая летает везде и приземляется на Землю, и там мы выполняем, типа, задание. А сейчас эти пришельцы просто прилетели на наш корабль. На наш летающий штаб. Нужно любой ценой защитить его. Язык силы. Ну все, я сейчас просто беру всех своих бешеных чуваков. И они сейчас будут жестко наваливать. Очень жестко. Так, в первую очередь. У меня есть еще не тяжелый костюм. Я хотел как раз таки ей его дать, потому что она может взять, короче, сейчас покажу, берет 2 МП-5. Нет, тут ничего не надо. И тупо бронированными, короче, пулями зарядить. Так, разрядить. И все, это машина убийства. И надо много их. Прям вот так вот. И аптечку. Все, машина убийства готова. У нее жизней не так много, но штурмовика надо ее дальше качать, чтобы она херачила, и восприятие врага еще подкачать. Она будет вообще просто фигачить. Так, готово. И еще один десантник или штурмовик. Десантник все-таки, потому что мне нужна еще одна винтовка. Вот это вот. Как раз таки. Берем бронебойные.
Нужно, кстати, вообще всем дать бронебойные патроны. У тебя все круто. Все, я готов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ультра-воинов идут давать отпор блюдкам, которые прилетели нападать. Они все раскиданы как-то. О май гад, они все раскиданы. Они реально все раскиданы. Я уже вижу их. Так, короче, придется бой вести вообще везде, походу. Ладно, сохранимся, это будет эпичный замес. 0.96. Миссия. Все в среднем где-то около 50 высадок уже сделал за это время. Так, ну что, тут у нас Ричард. Да, сэр. Пулеметчик, которого почему-то... я только один раз ему зарядил пулемет из-за этого, такая херня. Ладно. Слушаю вас. Че, встаешь, идешь, стреляешь, и все. Уже в пути. Жду приказа. Ты тоже. Уже в пути. У них плазменное оружие, насколько я помню. Оно такое, типа, ну, опасненькое. Да, сэр. Опасненькое. Тут еще один стоит. Уже в пути. Тоже идем, принимаем. Снайпер. Ну, тут снайпер, конечно, да. А ты иди сюда сразу и принимай. Ну что еще? А тебя штурмовик прикроет, если что. Так, дальше. Сергей. У тебя вообще, конечно, да, занесло. Занесло. Пока уже сходи сюда, проверь, что там происходит. И... вот это повезло, повезло. Я сразу протестирую, короче, ее. Она просто уничтожит его, мне кажется. Так, ладно, мне надо как-то, получается, 4 точки мониторить постоянно. Сделаю замедленное, смотрим. Офигенно. То есть она сносит ему по 166. Ага. Один раз промах был. То есть 166 на 9, это как минимум 954. Ну, то где-то 1400 урона нанесли. Неплохо. Еще раз. Ага, все. У них где-то 3000 хп. Примерно. То есть она ему снесла где-то 2.5, мне кажется. Ну, или около того. И он слег. То есть у мелких где-то по 3к хп. Ну, блин, это... Жду приказа. Ричард Херач. Прощай. Ник тоже Херач. Ой. Слушаю вас. Иду. Так, как у нас здесь дела? Август стоит. Эти идут. Ага. Слушаю вас. Август, иди, убивай его. Так, ладно. Серега пришел, посмотрел. Ага. Она его сейчас добьет, пойдет помогать всем остальным. Тогда ты иди сюда и смотри, как тут дела. Дальше. Ну, эти начнут добиваться. Вот пока вот тут самая такая ситуация. Минику бы вообще взять гранату. У него метание прекрасно. Взять гранату и кинуть в них. Будет весело. Сейчас он когда идет, короче, 1.5 секунды ему. Все, она его уничтожила. А, еще один идет. Так. А как тут выглядит? А, они еще несколько идут. Сейчас я придумаю, как лучше встать. Тогда беги сюда. То есть, чтобы он максимально время тратил, второй. А я их просто расстреливал, так сказать. Нормально. А, кстати, надо проверить. На полу ничего не видно. А черт, куда он делся? Так, медик пришел. Бери гранату. Минута. Ой, черт, секунда и шесть. Он делся? Взял.
Так, этот дошел. Опа. Есть? Опасность. Он, оказывается, пошел сюда. Штурмовик Дэвид. А куда он так идет? Прямо типа такой. Я иду. Так, он взял гранату. Не может докинуть. Обидно. Да вообще смысла брать гранату не было. Слушаю вас. Значит, делай прицельные выстрелы. Ты так ни в кого не попадешь. Слушаю вас. А, вот это максимальное расстояние. Слушайте, я тут понял, что я ни разу не кидал гранаты. Интересно, если он кинет ее сюда, она типа отскочит и дальше по это самое. Потом давайте сохранимся и проверим. Честно, ни разу не кидал гранаты. Вот так вот сделаем. Так, что? Кидает. Стоп. Да, сэр. Так, он начинает целиться. Слушайте, давайте прервем его атаку. Видели? Разведчик. Какая-то фигня. Так, ну ты тогда чуть-чуть отбеги. И быстро его уничтожай, и все. 2 секунды ему надо на это. Все, прервал, короче, прицеливание. Слушаю вас. Иду. Пойду его это. Штормить, ну, короче. Еще? Стреляй. Ага, она ну пришла. Еще? Но он же не видит ее. Да, он ее не видит. Серега, беги, помогай, короче. Иду. ББ. Так, как у нас тут дела? Он почти... Он кинул. Держу в курсе, он кинул. Сейчас посмотрим, как летит граната. Вот она. Нет, короче, нихера. Она вот куда приземляется, там и взрывается. Ну, ладно, что теперь? Ладно. Так, ранен. Выстрел-то был. Штурмовик Дэвид. По 346 носит. Ричард мажет. Да, она снесла косарь урона. А черт, куда он делся? Жду приказа. Хотя, мне кажется, ты можешь... Прощай. Да. Меткость у этой пушки феноменальная. Вот этот XM8 вроде. Она вообще прекрасна. А черт, куда он делся? Тихо. Ага, смерть. Слушаю вас. Так, беги сюда. Уже в пути. Что? Снайпер. Сейчас получается... Что? Опять? Слушайте, давайте поможем. А, тут нельзя пробежать нигде. Ну-ка, по второму этажу можно где-то? Нет. Все через центр получается. То есть тут чисто такие 4 замкнутые комнаты. И все. А? Ну, ей точно надо отходить. Иду, командир. В любом случае. Что? Потому что ее могут снести вообще на раз-два. А ты вставай сюда и готовься стрелять. Все. Угу. Слушайте, я еще не получил ни одной единицы урона. Так, ранен. Но они стреляют. Тихо. Так, Серега бежит. Что? Мне кажется, она успеет перезарядиться. 2 секунды. Да, в кого-то попали. Так. Серега.
Серега. Но тут эта ситуация. Короче. Но она в тяжелой броне. Я не знаю, как это ее может спасти, но я надеюсь, ее это спасет. О! Опять? Ёпта. Вижу. А? Прячься. Он по-любому будет по ней стрелять. Я слышу, как эти твари крадутся к нам. Где? Второй этаж? Хер знает, где он что слышит. Не, слушайте, 4. 1, 2, 3. А где 4? Что? Ты как отсюда здесь слышишь? Что-то как-то странно очень. Иду. Но ББХи это просто это жопа какая-то. Ее сейчас начнут убивать. Че? Она одна не вытащит 100%. Надо придумать, как ей свалить. Или сражаться. Но это будет неравный бой. Это будет пипец. Ее просто сейчас могут снести. Она упадет. Ну, типа, в бессознанку и все. Ее просто... Как бы это... Шквальным огнем снесет. Ну, хотя, блин, она... Не знаю. Не знаю. Вот сюда такая быстро а прибежишь. Вот и я. Хотя лучше, наверное, сюда. Да, беги лучше. Возможно, она успеет. Лучше бежать. А, сейчас она как раз-таки к Сереге прибежит. И вместе с Серегой как-то там хоть что-то, хоть как-то сделает. И возьмет гранату. У нее уже есть граната? У нее нет гранаты. Жду приказа. Почему вот именно когда мне нужна граната, у меня ее нет? Тут все стреляют, что-то делают. Тут тоже стреляет, он уже без сознания. Замечательно. Угу. Угу. Плюс еще вот здесь есть. Так что это, надо не расслабляться. А, Август. Слушаю вас. Ты тогда иди и принимай, кто там придет. Ну здесь ладно, здесь под контролем все. Тут как бы я не беспокоюсь вообще. Серега еще бежит. ББП, посмотрим. Так, вот он целится. А, снайперша пришла. Молодец. Черт, он исчез. Это что? Это что? Это... Что, взорвется? Стоп, а как они... Я не понял, как они это... Вы что, охерели? Как бы тут стена. Тут как бы стена, извините. Ну ладно, хоть никто не пострадал. Да, сэр. Уже хорошо. Что? Слушаю вас. Так, ну он уже сам идет, поэтому похер. Просто садись и дежурь. Так, смотрим. О, она успела. Молодец, что? Молодец. Так, Сергей. Десантник, ближний бой. О, ну слушай. Опять? Они ее не видят, кстати. Это можно использовать. Все. Был черт, какой-то пук. Куда же он делся? А, во, все, теперь может. Ну, давайте попробуем, хотя бы разочек-то стрельнем. Если что, убежим просто, да, и все. Сколько она вообще ему сносить будет? 74. 74. Да, сэр. Блин, я тут просрал. Ну, он уже еще? Здесь, блин. Пипец. Так, Серега пришел.
Слушай, давай ты окончишь вот этого пока. Они начали стрелять. Офигеть. Надо отходить. Надо отходить 100%. Это проигрышный вариант. Что? Вот с этой вот херней. Беги, беги, беги. Я реально сейчас ее спасла только тяжелая броня. Только тяжелая броня. Не было бы тяжелой брони, все, тут бы жопа была. Снайперша, сразу иди сюда, короче. Занимай позицию. Я не знаю даже, как тебя поставить. Натурально, у меня в самом жестком месте оказалось так, что... Один вон только был. Один солдат, и все. Так, у вас как дела тут? Без сознания. Все, хватит его херачить. Промазал. Лох. Так, эти бегут. Угу. Нормально, успели. Слушай, а может быть у Сереги есть граната? Есть. Меняй. Так, вот я понимаю все. Что? Все, тоже все сюда бегите. Сейчас будем устраивать эту вечеринку. Снайперша, снайперша, снайперша. Я не знаю, что тебе делать. Тут слишком такие, типа, коридоры. В коридорах всегда проблемы с этим всем. Жду приказа. Отлично. Ну, эти вообще молодцы. Просто групповым огнем снесли двух чуваков. Так, Серега уже взял. Так, а у тебя насколько хорошо вообще метание? Жду приказа. Сойдет. Я думаю, сойдет. Сиди, дежурь. Так, ты насколько слушаю далеко вас. Можешь? Блин, ну так-то не очень. Ой, отмена, отмена. Тогда подойди. Уже сюда. В пути. Отлично. А кидай, нормально. А черт, куда он делся? А ты уже херачил. Он уже без сознания. Слушаю вас. Все, остался один. Жду приказа. Отмена, встать. Уже идите, добивайте его просто. Слушаю в лицо. Вас. Иду. Уже в пути. Так, здесь что? Ага, эти бегут. Все хорошо. Сейчас еще граната прилетит туда. Надеюсь, хоть кого-то... О, силовая броня варгонтов 177. 177! Это очень мало. Это катастрофически мало. Шок. Надо валить. Что сказать? Надо валить. Опять! Встаешь, идешь сюда. Да, сэр. Ты иду. Уходишь тоже. Потому что пока это все риск. Ну, кстати, ему надо достаточно близко подойти. Он, видимо, это... Он медленный и близко стреляет. То есть снайпер... Есть. Тут просто будет идеален. Так. Садись. Дежурь. Что? Ты тоже, по сути. Ну, сейчас, как она добежит, там видно будет. А, стоп. Еще вот. Да, сэр. Вы. Вот иду. Сюда. Опять? И вот сюда. А вот и я. Короче, будем это, со всех стволов херачить. Смотрим, что получится. Так, еще вот эти сейчас прибегут. Да, сэр. Добейте просто его, и все. Идет, 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 идет. Опять!
что? А, ну да, логично, что здесь видно все. Беги. Да, слушаю, я пойду. Вас. Беги. Стоп. Она, походу, опять? Это... Да, она в приседе бежит. Угу. Херовая идея. Слушаю вас. Они добили, молодцы. Сюда же бегите. Нет, стоп. Вот иду. Сюда. Жду приказа. О, он его уже видит. Кайф. Херач. Сто девятнадцать урона. Слушаю вас. Ты можешь уже все фигачить. Сел, фигач. Снайпер. Да, она чуть медленная все-таки. Что? Тоже сел, фигач. Из ПКМ. Так, ну а? Она уже дошла. Фигач. Ты уйдешь! Ты... О, она может. Вижу. Фигач. Пятером уже просто. Блин, если она упадет, это будет беда. Искалечен. Август, держись, я не знаю. Снайпер, 1377 критическим ударом. Это пробитие без сознания. Все, снайпер. Вот эта штука уничтожает просто. Ну все, он потерял сознание. Да. Варгонская батарея, плазменная винтовка варгонтов. Варгонский осколочный выстрел, гранатомет варгонтов. Все. Короче, сейчас нужно жестко начинать изучать плазму. Прям жестко. Да, мы сейчас мультик будет. Нужно было взорвать этот десантный бот, как только они его запустили. В следующий раз мы будем готовы к бою. Я вообще 100% буду готов. Уничтожил всех просто, как нихер делать. У меня даже никто в метку не ушел, понимаете? Мощь. Никто даже в метку не ушел. Так. Ну да. Да, нужно тогда спокойно можно отправлять всех на учебу. Вот это вот все. Медик, я хотел его как раз таки на медика обучить. Иди учись. Ты, штурмовик. А у меня есть еще лидеры другие? Нету. Это плохо. Мне нужны еще лидеры. У лидера должен быть хороший интеллект. Кого-то я хотел на лидера делать. Хорошо, хорошо. Но это точно должен быть типа штурмовик. Ага, я понял. Хотя, блин, у варгонтов этих будут пси какие-то атаки вообще или нет? Потому что я хотел как раз, типа, все вот это сделать и отправить на обучалки всех. А, вот он в лазарете как раз. А его немного. Пусть хиляется. Ты. Офигеть. Всем надо, короче, идти и учиться. Десантник второй левел, более эффективное использование винтовок. Кайф. О, тоже в лазарете. Вот, у меня есть один хотя бы чел с ПКМом, нахер. Третий левел снайпера, да. Иди учись. Реально, я просто никого не отправлял, чтобы у меня все были под рукой, так сказать. Так, ты, значит, у нас еще... Техник. Нет. Лучше третий десантник. Пойдет. Так, вот у меня остался штурмовик. Эти ждут обучения. И киборги еще есть. Еще вот этот есть. Ну все, короче. Есть кому воевать. Все. А, слушайте. На десантника. 1250. И все такое. Прямо он очень средний чел. Да, нормально, иди учись. Все, в случае чего, если какая-то жопа будет, я просто пойду и найму еще людей. Потому что у меня с людьми очень хорошие отношения.
Так. Варгонская батарея, дальнобойность 35-43. Один винтовки, физбет подготовка. Это штурмовики. У штурмовиков физподготовка. Физподготовка, да. Прикольно. То есть идеальным будет как раз-таки штурмовик и десантник. Штурмовик, десантник и, по-моему, сталкер или команда. У кого-то из них есть криты. Повышаются криты. Нет. Нет. Хер знает. Командос, наверное. У меня вроде был кто-то командос. Вот. Спасибо, уклоняться от пули. Да хер его знает, короче. Хер знает. У кого-то есть криты, короче. Ладно, ладно. А, кстати, можно проверить. Единственное, навык винтовки хорошо, но не так вот средне. Давайте попробуем, пусть. Хочу, чтобы хоть у кого-то было. ПКМ, конечно, весело, но вот это... Это точно веселее. Зацените просто еще ему тяжелый костюм одеть. Ёперный театр. И вот точно надо учить на десантника. По-любому. Вообще, вы посмотрите на это. Это просто машина убийства. Это что вообще? Будет херово, если она плохо стреляет. Надеюсь, она хорошо стреляет. Посмотрим. Посмотрим. Ладно, короче. Думаю, так справлюсь. Смотрим. Я в целом, типа, оцениваю свои силы высоко. Поэтому я сделаю специальный сейф 0.97 Бефори. Пойдет. Ну и пошлите помогать. Культисты Варгон, это задание. О май гад, не люблю эту карту вообще. Ладно, похер. Посмотрим, что будет. Владыки уже здесь. Сама земля дрожит под их ногами. Враги рассыпаются в прах пред их божественным взором. Час искупления близок. Вы думаете, что сможете выстоять пред гневом владык? Но вы ошибаетесь. Вы отведали лишь крошечную толику их силы. Угу. Они раздавят вас, как мух, силой мысли. Угу. Вы поплатитесь своими жизнями. Угу. Все ваши усилия тщетны. Вы... Угу. Вот это видели? Вот это вот видели? Так. Ну что? Ну что? Да начнется веселуха. 0.98 миссия. Что? Вот это я. Угу. Так. А, слушай, тут же еще союзники дерутся, типа. Где они вообще? Они здесь где-то. Ёпта. О май гад. О май гад. Это прямо беда, конечно. Так, давайте, короче, я чисто сделаю разведку. Опять? Да, сэр. ББХ очень хорошо бегает, но она в тяжелой броне. Август хорошо бегает. И он в средней броне. Напомню, что-то... Не могут передвигаться ползком. А, ну то есть в теории она все равно, типа, быстро бегает. Что? Я просто сделал quick save. Тупо сейчас сбегаю, проверю, да, что как дела. Да, я пойду. Чтобы понять, как лучше, типа, встать и так далее. Вот он, командир. Кого-то уже где-то видит. А я не вижу. Кто кого где видит? А, снайпер видит? О май гад. Прямо здесь? Мы чё, блин, друг с дружкой? Да, прикол.
Он еще и стрелять в него может. Ну ты псих. 69. Так, встань сюда. Садись. Херач. Слушаю вас. А вы все сюда встаньте. Нет, поближе. Так, а что тут второй этаж как выглядит? Никак. Ага. Иду. Слушаю вас. Ну что еще? Попробуй вот здесь обойти. Берегись! Культист. Ну что еще? Он куда-то идет, целенаправленно. Вижу одного из них. Ага. То есть тут прямо да, это... Да, сэр. Файт серьезный начинается, да? Прощай. И там, короче, враги. И тут враги, везде враги. Скота начал. Что? Блин, мне главное союзников как-то это спасти попробовать. Потому что они, видимо, уже с культистами там херачатся во все. А вот и я. Иди сюда. И херачишь его, все. Ах, черт, куда он делся? Вон оно. Прямо пропал, что ли? А. Слушаю вас. Ну, сидите, дежурите, я не знаю. Вон оно. Угу, я понял. А ты с чем? С калашом, без обвесов. Окей. Что? Этот тактикульно сейчас, короче, зайдет в тыл. Наверное. Я надеюсь, да, да, что у него получится. Но пока просто наблюдаем за ситуацией. Блин, почему ты не стреляешь? Ёпта. Блин, тут эти трубы мешают. А почему ты не стал стрелять? Реально. Почему? Новая позиция. Они вообще меня не палят, как будто. Ну что еще? Я его не вижу. Херачивай, прям вот быстро. То, что у него катана, он может очень быстро подойти и накидать. Я его не вижу. Хорош. Блин, сидите тогда, сидите, не перейдите. Ну попробуй хотя бы разочек-то в него стрельни, чтобы он хотя бы внимание на тебя обратил. Труп. Что? Беги к этим. Культист-псионик. Ёпта. 490. Ну что еще? Ну, к нему бежать бессмысленно. Я могу так вам сказать. Так, я выстрелил. 396 всего нанес. Ну ладно. О, заметил, заметил. Сейчас что-то будет. Ну что еще? О май гад. Давай попробуем это сделать. Ах, черт, куда он делся? Где ты? Что? Ай, псионики. Блин, я не понимаю, где эти, блин, сидят союзники. Они должны были с этим снайпером, сука, сражаться, а не со мной. Да, так, ладно, да, короче, беги пойду сюда и сюда, к союзникам. В надежде, блин, что что-то произойдет. А ты, снайпер, ёпта, ты можешь вообще куда-нибудь забраться, да, высоко и далеко. Вот это странная лестница, куда она ведет? Я не понимаю. Блин, он пока туда будет залезать, его уже 3000 раз, короче, перестреляют. И так, и сяк, и так, и сяк. Тогда я думаю сменить просто позицию на вот сюда. И отсюда отстреливаться. Жду приказа. Так, встаете. Бежите сюда. Слушаю вас. Да, сэр.
Снайпер, да? Все-таки. Вот его тоже бы как-то хотелось по уму типа расположить. Ну, получается, что вот так. Типа он дальше, вот да? Но я. Посмотрим, короче, что будет. А ты? Что? Ты хоть раз стрельнул вообще, нет? А вот и я. Бешеный чел с огромной пушкой. Еще понять, куда он вообще двигается. Он куда-то идет целенаправленно. Вижу одного. Опачки. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Блин, ты сможешь его супер быстро зафигачить? Жду приказа. Отлично. Супер быстро. Слушаю вас. Педро, пока подожди. Ты сейчас просто станешь на линию огня, это будет не очень. Тогда иди вот уже так пока. Уже в пути. Иду. Уже в пути. Что нужно? Максимально быстро они начали выхерачить. Поберегись. Ладно. Стоп. Прощай. Херач. Береги. Жду приказа. Кого где-то видишь? Опять. Ага. Окей. Я слышу, как эти твари крадутся к нам. Почему они вообще выбрали слушаю именно вас. Такой путь, я не понимаю. Прощай. Это как-то странно. Да? О, май гад. А этот чувак чё? Ну, что? Местный еще? Человек? Ему, видимо, очень плохо, если он прибежал аж сюда. Один еще все равно здесь, кстати. Что? Забавно получилось, забавно. Да, да, я пойду. Блин, почему они решили вот так вот идти? Они вот так вот. Какого хера вообще? У меня сейчас тут такая тусовка. Это очень странная ситуация, максимально вообще. Ну надо что? Слушаю вас. Все отменять, сваливать. Вы что-то хотели? Ты убегай нахер отсюда. Куда-нибудь, я не знаю, сюда. Жду ты приказа. Сюда. Убегай. Мне надо, чтобы видели сначала его. Хотя у тебя есть граната? Нет. Печально. У снайпера есть? Да? Нет. Жду приказа. Слушаю вас. Ну что еще? Что? Слушаю вас. Я забыл про гранаты. Жду приказа. Кайф. Ты один жду останешься, приказа. Получается, пока тут это стрелять. Короче. Уже в пути. То, что у тебя жизни, извините, 3000, ты в тяжелой броне, так что все нормально будет. Не очкуй. Слушаю вас. Иду. Спрячься. Местный человек, вот там бой идет, если что. Поберегись. Ну, чисто так. Имею в виду. Так, это все бегает тут. Опять! Пусть бегает. Нормально. Там где-то снайпер ходит, так что нормально, она его как раз таки зарешает. Пипец, это что вообще за тусня мега? Слушаю вас. Без сознания. Да, сэр. Его сейчас задавят огнем просто и все. Это бессмысленно. Вставай, беги. Все. Стоп. Кого ты видишь, скажи. На крыше еще челик есть. Ёпта. Да, короче, накал страстей резко вырос, могу вам сказать. Накал страстей резко вырос. Слушаю вас. Берегись. О, наконец-то что? Он хоть кого-то видит, ёпта. Вижу. Ну попробуй стрельнуть. Я хотя бы посмотрю на это. Ай! Угу, вижу начинается. Одного. Где кого-то видишь? Что? У него же сразу кровотечение. Псионик и неизвестно кто. А где человек-то?
Вот он. А, стоп. Он умер. А вот и я. Он умер. Берегись! Иди ты! Он без сознания. Пипец. Их раскрошили, короче, просто. Просто раскрошили и все. Педро живее, не знаю, как да, живее. Сэр. Они все. Вы что-то дохнут. Хотели? Они иди к черту! Дохнут. Блин, он все еще живет. Как она их не увидела? Как она их не увидела? В смысле? Сейчас она просто стрельнет и все. А, свалится. Она просто свалится и все. Пипец. А, стой, ты видишь? Пипец, что происходит вообще? Почему все так? Опять? Этот все бегает, что-то пытается куда-то стрельнуть. Минус. Все. Просто какой-то ад происходит. Просто какой-то ад. Я не знаю. Еще ведь надо как-то местных спасти. Это просто ад. Окей, ладно. Минус. Жду приказа. Уничтожить. Да? Пиво. Минус август. Угу. Короче, все понятно. Ах ты, сукин. Все понятно, все пошло по жопе резко. F8. Тут как бы ядрен батон. Вот он, командир. Нормально. Берегись! Надо с ним разобраться. Но мне что-то подсказывает, что они... Куда он делся? Он идет все равно сюда, короче. Но сейчас мне нужно успеть сюда добежать и там их всех перестрелять. Стоп. Что? А вот и я. Слушаю вас. Одного уже убили. Уже в пути. Это был какой-то чувак с катаной, с М4, с ножом, с чем-то еще. Короче, ничего веселого. Так, вы оба садитесь дежурите. Я его не вижу. Ты тоже садишься дежуришь. Блин. Сражайтесь, у вас же есть всякие штуки. Кстати, один здесь где-то. Вот он, где-то тут. Вижу одного. Культист псионик. О, Август. Да, сэр. Я верю в тебя. Что ты быстрее перестреляешь ее? А ББХ, беги. Ну и да. Ах, черт, куда он делся? Давай, ты сможешь. Что? Местный человек. Местный человек, культист. Yes, я успел. А, там еще и лидер у них есть. Офигенно. Все, помогайте. Так, все, у меня получается здесь. Они, если что, прикрывают. Угу. Ну что они прикрывают, хз пока. И здесь. Тупо за счет скорости. Блин, херач еще. Оглушена без сознания. Шикарно. Успел, успел. Слушаю молодец. Вас. Добивай. Она опасная. Опять? Местный да, человек здоров. Да, шикарно. Пойду. Все, двоих. Двоих. А, это был враг. Это был враг. Отлично. Без сознания. Вижу одного. Где кто?
Крыша? Нет. Стой, пока мама она видит. Раз, два. А-а-а. Ну да, его сложно не заметить, согласен. Что-то мне подсказывает, что все-таки нужно передислоцироваться сюда полностью. Блин, ну тут тоже опасно. Давайте сохранимся. Надеюсь, уже лучшая ситуация. Я как минимум успел к ним прибежать и спасти. Потому что... А, я знаю, где сейчас еще придут. Отсюда. Угу. Держу в курсе. А вот и я. Ты добиваешь... Бегите сюда. Ну что еще? Замес будет здесь. Замес будет здесь. Можно вообще поставить его в крышу. Короче, пусть херачит из крыши. Что? Да, да, я пойду. Кстати, он может сделать это достаточно быстро. За 30 секунд. Быстро. А на крышу вообще можно залезть только с этой стороны, да? Угу, окей. Ну попробуем, да, пусть попробуем занять тогда... А, стоп. Ну что еще? Он это делает медленно, потому что, блин, он это делает присесть. А вот и я. Стоп. Что? Встал. И да, сюда. Да, да, я пойду. 15 секунд. Нормально, в два раза быстрее. Слушаю вас. Педро, просто беги сюда. Уже в пути. Снайпер. Да? Блин, опасно. Я боюсь, что может кто-нибудь вылезти нехороший. Тогда давай здесь посмотри. Вот если что, прикрой, потом с этой стороны придет и зарешает. Да, потому что здесь, собственно, будет сейчас тусовка вся. Мертв? Слушаю вас. Шикарно. Иди разберись. Уверен, сейчас отсюда еще пойдут. То, что я помню, что... А черт, куда он делся? Блин, он бежит. Ну что еще? О боже, эти психи вообще. Блин, почему Август никого не видит? Меня это напрягает. Ну, вылазь, че. Куда не делся? Да, он кого-то там видит. Берегись. Опачки. Ну что еще? Опачки, здравствуйте. Вижу. Опачки, здравствуйте. Вернулся. Не знаю, попробуем его. Попробуем его захерачить. Не знаю, что из этого получится. О, он, по-моему, тоже хочет пытаться в меня стрелять. Вижу одного. Их там много. Так. Мне очень интересно, что будут делать эти местные человеки. Уже в пути. О, что тут происходит? Блин, они трое уже херачат все, короче, всех. Иду. Он может тут устроить взбучку. Берегись. Что? Опять? Здесь? Ну, надо идти и херачить его, что? Август. Пока... Беги сюда. Будешь пытаться прикрывать. Вроде я их слышу. О. Так и знал, что здесь кто-то есть, блин. Вот непонятно еще кто. Было бы понятно, кто тут. Было бы лучше. И дежурь тогда. Ах ты сукин! Что? А, они его херачат тоже, да? Вижу. Но это будет максимально тупая, бесполезная сейчас стрельба. Слушаю вас. Мне надо максимально быстро уйти из под его вида. Не, все равно видно. Уже в пути. Да, его просто застреляют. А вот и я. План полное дерьмо. Как эти твари крадутся к нам.
Да, там механоид идет огромный и крадется. Угу. Так, ну мне что-то подсказывает, что они захерачат ее. Да, я пойду. Да, они ее захерачили. Опачки. Вы что-то хотели? Блин, я надеюсь, он успеет, потому что этот чувак с катаной, он тут, блин, туда-сюда бегал уже много раз. Ну что еще? Так, тоже беги сюда. А вот и я. Будешь помогать. Беги, беги, нормально. Держись. Что? Ты. Я не знаю, твоя пушка, она какая-то прям бесполезная. Слушайте, а у него же... Я просто думаю, может быть, ему вообще пойти взять, короче, оружие другое и попробовать нормально сражаться. Потому что это бред. Можно было изучить сначала это оружие, а потом уже пытаться с ним что-то сражаться. Так, выстрел. Ранен. Ну, нормально, еще один выстрел, он сдохнет. Педро. Дежурь. Черт, он исчез. Ты сможешь, я верю в тебя. Блин, ну пожалуйста, снайпер. Ах, черт, куда же он делся? Есть, красава. Слушаю вас. Август. Уничтожай. Да, сэр. Уничтожай. О май гад. Вот чего-чего мы не ожидали, это то, что сюда придет огромный, сука, механоид. Слушаю вас. Ладно, я думаю, этого мы успеем застрелить. Без сознания. Тут вопрос. Да, сэр. В кого он будет стрелять? Отлично. Жду приказа. Вот и все. Так. Ну что еще? Этот чел завис нахер. А вот и я. Ну да ладно, пробуем. Он все-таки в это решил. Красава. Штурмовика. Неплохо. Вижу. Все пытается этого подстрелить. Педро, держись. Слушаю вас. Ладно, Педро, беги. Берегись. Его расстреляют реально. Блин. Педро! Без сознания. Все. Да? Снайпер, я не знаю даже, как он может помочь. Ну попробуй, беги сюда. Если что, подстреляешь там. Что? Так, вы ну, двое. Что еще? Сюда. Прикончим их. Слушаю вас. Сюда. Что? Педро, вставай. Без сознания. Местный человек идет. Опять? Прощай. Вижу. Жду приказа. Педро, давай, ты сможешь. Или лучше хера чего услышать. Быстрее будет, если он поможет его расстрелять. Прощай. Нахер. Без сознания. Все. Добиваем их всех. Быстро. Да, сэр. Что? Быстро их всех добиваем. Что? Отлично. Ой, стоп. Педро, а что тебе так плохо? Странно. Ну что еще?
Что? Да, да, я пойду. Странно. Видимо, перекрестным огнем, что ли, задел, я не знаю. Вы что-то хотели? Но он все равно встает. Стоп. Опять! Просто встаньте в упор. Слушаю вас. Знаете? Встаньте в упор, вот так вот. Да-да, я пойду. И херачьте в упор. Жду приказа. Мертв. Все. Отлично, наконец-то. Ну что еще? Выхиливай его вообще на максимум, есть, сколько можешь. Он будет очень долго валяться, мне кажется. Так, слушайте, это хорошая ситуация. Неужели получилось? Я даже трех человек спас. Теперь вопрос только, наверное, в этом. Где остатки? Где прячутся остатки? Где прячутся остатки? Реально. Вот эти двое на самом деле могут перезарядиться. Изи. Ну что еще? Все. И они двое на самом деле могут просто пойти и все это проверить. Иду. Да, да, я пойду. Сейчас я скоро уже закончу. Что, мне пока ничего не делать? Да, сейчас я миссию заделаю, и все. Они вдвоем смогут изи тут все дочистить. Им главное найти ублюдков, уже в пути, которые где-то прячутся, и все. Вижу одного. Вот, нашли. Так. Попадание. Да, сэр. Маловероятно. Иду. Сюда. Быстро. Одиночными. Уничтожить. Опять? Ты. А вот и я. Бежишь по границе. Берегись! А, их тут даже несколько. Вижу одного. Их ну даже больше, чем несколько. Шок. Прикончим их! Слушаю вас. Вот этот более опасный. Берегись! Опачки. Что? Ситуация. Отлично. Вижу. Без сознания. Ну что еще? Просто на крополях. Что? Прикончены? Вижу. Слушаю вас. Без сознания. Опять? Прикончены? Просто уничтожил. Куда они делись? Прощай. Все. Это был прикол, конечно. Если сейчас все будут такие налеты, это будет что-то, конечно, вообще с чем-то. Охереть. Ну ладно. Ну ладно. Да. Логично, что он пошел отдыхать. Логично. Пусть отдыхает. Короче. Производство мутится, исследования мутятся. Все мутится. Энергетическое оружие строится, все круто. Вроде справляюсь, все хорошо. В общем-то, будем прощаться. Всем пока. Увидимся в следующих частях.